самый дешевый, просто. Изначально не Да, и вот он удачно попал в керм,
Слушай, вот и глубина 31 метр. Это вот прямо один случай на миллион, мне кажется. Ну нет, ну что, гораздо больше. Минералы и горные породы. Вот здесь ты обнаружила вот такой вот кусочек сиреневого камня. Это сиреневый камень, называется чароит. На планете Земля существует только одно месторождение, где его можно добыть. Называется это месторождение сиреневый камень. Если сиреневый камень обработать, немножечко отполировать, то мы получим вот такой красивый художественный рисунок. Делают и используют его как поделочные, то есть могут какую-то посуду изготовить, также могут вставить непосредственно в украшения, какие-нибудь сережки и так далее. А вот этот вот, который второй, смотри, какой блестящий, находится он точно такой же. В природе встречается таких. Это минерал кассетерит. Используется он в строительстве, да, его бывает добавляют в цемент немножечко для крепкости и так далее. А вот здесь я смотрю, еще есть один блестящий минерал, но он немножко другой. В природе он встречается вот в таком виде.
Его никто не обрабатывал, кроме самой природы, соответственно. Называется он минерал антимонит. Это основной минерал сурьмы. И используют его в косметических. То есть вот мама у тебя красится, вот как раз таки вот благодаря вот этому минералу она может подводить глаза. Когда его перерабатывают. А что у нас здесь еще? Здесь очень много маленькой крошечки, да? Но все это, основная масса, это минерал кварц. Когда он растет в свободной форме, он встречается вот в таком виде. Вот такими вот кристалликами он. Чем он прозрачнее, чем он, тем он ценнее. Отсюда тоже могут делать его именно ювелирные. Вот у тебя вот украшения. Привыкли видеть именно в украшениях уже обработанные там камушки и так далее. Но тот же самый алмаз, если мы его находим, соответственно, он выглядит непримечательно. Он мог выглядеть вот именно вот так. И ты никогда не подумаешь, что это может быть алмаз. Но когда его обрабатывают, он превращается в прекрасный бриллиант. А есть такой минерал, который блестит. Вот, посмотри, вот у мамы, у папы вот есть такие колечки. Да, из чего это может быть? Вот. Казалось бы, вот этот минерал похож на золото, но называется он перитом. А этот минерал перит в народе называют золото дураков, потому что он точно так же выглядит, как и само золото. Золото точно так же в природе встречается, таким напылением. А вот этот вот зелененький, это тоже минерал. Слышала сказку про малахитовую шкатулку? Нет? Но вот есть такой минерал поделочный, из которых делают тоже шкатулки, какие-то украшения. Это именно малахит, и он вот такого зеленого цвета. А встречается в природе вот такими напылениями. Бывают минералы, которые растут не только кристаллами, но и такими вот пластиночками. Очень-очень много-много-много-много пластиночек, которые мы можем даже вот таким образом откалывать практически. Да? Этот минерал слюда. И древние люди использовали его, ну, за счет его прозрачности и твердости, вот такими вот пластиночками можно натираться в виде стекла. Еще сейчас это используется в каких-то строительном и химической лаборатории. Тоже из него изготавливают косметику, видимо, пудры или еще чего-нибудь. Но иногда мы встречаем в наших недрах не только полезные ископаемые в виде камней, минералов и горных пород. Иногда мы можем расколоть ничем не примечательный кругляш, а в нем внутри окажется, посмотри, видишь, вот такие вот ракушечки, которые жили много-много-много миллионов тысяч лет назад. И просто-напросто остались в земле и окаменели. Но мы можем сейчас их вот так. Если покопаться, тут можно найти еще какие-то полезные ископаемые. Почерпни, и мы просим. Смотрим, что еще можно найти. Вот этот минерал, который мы нашли, а даже его тут достаточно много. Вот основной это янтарь. У деревьев есть смола, да? Вот. А у древних деревьев, которые вот 150 миллионов лет назад существовали, у них тоже была смола, которая сохранилась до сих пор, и она называется, она превратилась в камень, и называется она янтарь. Имеет она, в народе говорят, что янтарь имеет силу солнца и лечит все болезни. Все может быть. Все может быть. Золото добываете? Практически чувствуем тут себя золотоискателями. Да? На самом деле, если вы покопаете, вы можете найти полезные ископаемые, которые тут в наших недрах. Я расскажу вам про них. Смотри какой. Это у тебя галька. Вот здесь. В этой галечке она не примечательна вот таким образом, но мы можем видеть, что там что-то даже поблескивает, да? Я нашла блестки. Вот расскажу тебе про него. Здесь у нас молочно-белый кварц. Это вот этот же кристаллик. Только посмотри, здесь он у основания такой. Стоп, мама! Прозрачный, а у основания молочно-белый. Точно так же? Это то же самое может быть у него.
А это у нас минерал Кассигерин. Очень-очень.